На Украине подсчет голосов в первом туре президентских выборов практически завершен. Меньше 0,5% бюллетеней пока обрабатывают, но ясно, что на итоговые цифры это уже не повлияет. По предварительным данным, лидирует Владимир Зеленский. Молодого политика поддержали более 30% избирателей. Действующего президента менее 16%. И в последние часы подсчета отрыв между ними только увеличивался. Для Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и еще 35 кандидатов президентская гонка фактически завершена, но для Зеленского и Порошенко все самое интересное только начинается. Второй тур выборов на Украине намечен на 21 апреля.